Сегодня в рубрике про лечебные травы речь пойдет о траве чебрец, или по-другому называется на тимьян ползучий. Раньше ее называли богородичной травой, а в Греции фемиамом. Это трава лекарь, кулинар, ароматизатор и не только. В славянской мифологии она была связана с богиней Макошью, с целебной силой земли, в христианский период на Руси ладаницы называли другую траву душицу, но и чебрец использовали в качестве ладана, так как и чебрец содержит огромное количество специфических эфирных масел и имеет приятный запах. Вообще чебрец и именно тимьян ползучий, а тимьянов много видов, это одно и то же, но другие тимьяны не чебрец. Растения эти между собой внешне похожи, но у тимьяна корневая система уходит в глубину почвы, а у чебреца стелится по поверхности грунта. Также тимьян отличается более плотной шарообразной кроной. Чебрец же более травянистый, хотя чебрец это полукустарник. Существуют вот какие основные виды чебреца. Вкусовые оттенки разновидности этого растения могут отличаться от обычного до лимонного и пряного, и даже сладкого острые нотки могут прослеживаться. И потому его широко используют в кулинарии. Иногда он раскрывает яркий, даже перцовый вкус, смотря на каких почвах он был выращен, смотря где его собирали. В этом растении очень много полезных веществ. Это и горькие и дубильные вещества, смолы, камень, жиры, урсоловая и олейновая кислоты, витамины В и С. Он обладает уникальными свойствами и антисептическими, и ранозаживляющими, и дезинфицирующими, противогрибковыми, противобактериальными, соответственно. Его состав огромен. По минералам также и марганец, и железо, и медь, и калий. Много ценных минералов содержит данная трава. Кстати, он хорошо растет в любом саду, но только не на заболоченных местах. Любит он солнце и холмы. Песок, вот там его надо искать в природе. Сосновые опушки. Ну а если в саду захотите посадить, то делайте дренаж, либо сажайте на горках альпийских, на солнечной стороне. Он не терпит замоканий, помните это. Трава эта нашла свое применение и в косметологии, и в медицине, и в пищевой промышленности. Это поистине народная трава, испокон века ее применяли в быту. Кстати, можно и даже желательно заменить соль на чебрец во время приготовления пищи. И это обязательно отразится на снижении повышенного артериального давления. У кого она повышена? И это трава номер один, лекарь по бронхам и легким. А как правильно собирать и хранить траву? Очень просто. Срезать ее надо ножницами, не надо срезать под корень. Тем более выдирать с корнями, чтобы не повредить популяции данной местности. Чебреца, можно срезать ножом. Срезается обычно верхняя треть. Срезать надо ту часть растения, где больше всего цветков. Тогда пользы будет больше. Сбор надо осуществлять после обеда, когда не будет росы. После дождя собирать эту траву нельзя. Хранить можно в закрытой герметичной таре до трех лет, можно в хлопчатобумажных бумажных мешочках, но эфиры быстрее выдыхаются, поэтому не более года. Эту траву использовал даже авицены В некоторых народах эту траву клали в гроб. Кстати, кстати, лучшее сохранение всех эфиров и других полезных компонентов этой травы – это заморозка. Мелко нарезать ножиком свежую траву, насыпать в специальные формочки, залить водой, заморозить, а потом эти кубики льда можно использовать сразу как и для заварки в чай, так и для протирания кожи. Чебрец также использовали от запоя, так как он содержит горькие эфирные масла, которые отбивают тягу к алкоголю. При некоторых глистах, например, солитерах, эту траву также использовали. При проблемах с зубами боль успокаивает. А португальские ученые выяснили, что употребление тимьяна предотвращает развитие опухолевых процессов, особенно рака толстой кишки. Тимьян снимает стресс, улучшает сон, снимает простуды, запоры и диареи, хотя это не слабительное. Он убирает головную боль. Чебрец содержит такие эфирные масла, как тимол и карвакрол. А они являются очень мощными природными антисептиками, бактериостатиками и мощными антигрибковыми веществами. Эти эфиры реально убивают патогенные бактерии и грибки. А против кандиды, молочниц, сложных грибковых поражений стоит применять самое сильное и при этом натуральное средство антикандиду. Ссылку на нее и на два набора противогрибковых я дам вам в описании под этим видео. Эти эфиры реально убивают патогенные бактерии и грибки и потому подавляют даже мочеполовые инфекции. Отвар чабреца очень хорошо использовать в ваннах, но ну, в том числе при мочеполовых инфекциях. Для этого 100 грамм сухой травы заливается 3-5 литрами воды горячей, отстаивается 2 часа, потом выливается в ванну. Эфирные масла чабреца принимают наружно при проявлениях подагры, а также при воспалениях суставов, Активные вещества чабреца также принимают участие в синтезе лейкоцитов, которые являются ну, основой нашего иммунитета. Вместе с этим противовоспалительные свойства позволяют улучшению защитных функций организма. Потому чебрец используют и при ингаляциях, при простуде при заложенности носа. Но, кстати, скажу, что самое лучшее средство и безопасное от заложенности носа, насморка, воспаления гайморовых пазух и так далее, это вот этот спрей. Ссылка на него будет дана в описании под видео. Очень важный нюанс. Действующее вещество карвакрол в чабреце оказывает действие схожее по эффекту применения с нестероидным противовоспалительными препаратами, то есть купирует боль и устраняет очаг воспаления. А поэтому для получения вот такого терапевтического действия можно нанести несколько капель масла чабреца на виски и в области лба и втирать в кожу легкими массирующими движениями. Это надо делать в спокойном, лучше сидячем положении, после через некоторое время наступает облегчение. Ну а поскольку эфирное масло чабреца оказывает противогрибковое противобактериальные эффекты, то стоит его применять и против прыщей, а также для лечения ран, язв кожи, различных поверхностных рубцов, порезов. Также масло чабреца помогает при ожогах и кожной сыпи, и потому применяется даже при экземах. И вообще масло чабреца и сам чабрец, если его пить периодически, помогает вернуть коже здоровый сияющий вид. В чабреце очень много антиоксидантов, в пищу, в салаты он также используется, при анемиях, при болезнях сердца, поскольку содержит много калия. Также также содержит витамины группы В, например, В6. Применяется против себоринового дерматита, снимает судороги, принимается при расстройствах нервной системы. А как применять чабрец? Очень просто, делается простой чай. Берутся две чайные ложки сухой измельченной травы и запариваются одним стаканом. Горячей воды, градусов 70-80, но не более, в термосе 2 часа выдерживается такой настой. Потом процеживается и пьется. И можно заварить термос на целый день вперед. Лучше использовать свежий чебрец. Если вы живете на природе, он у вас растет. Потом на втором месте сохранение заморозкой, третье сушкой. Важно отметить, что беременным принимать чебрец, как и душицу, нельзя. Грудным младенцам тоже нельзя. А вот при лактации женщинам можно и даже желательно, как и душицу, чтобы увеличить количество и качество молока. Вот в каких случаях применять чебрец нежелательно. Ну что ж, уважаемые зрители, на этом, наверное, на сегодня все. Обязательно смотрите мое видео про траву душицу, про траву лобазник, про траву бессмертник. У меня существует целый плейлист на моем канале про лечебные травы, а также плейлист про лечебные грибные препараты и грибы. Ссылку на все, что я говорил, дам под этим видео. Оставлю, нажмете, посмотрите, кому будет интересно. Ну и сейчас в буквально на 2 минуты, реклама от меня. Моих продуктов, товаров, а не чьих-то других, как это делают блогеры, ну ради заработка. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей в любых странах мира. Слушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары. Вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотый на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания. Ну, где вы живете и работаете. На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.